Друзья, в текущее непростое время Ростелеком делает все возможное для того, чтобы наши абоненты не чувствовали себя изолированно от окружающего мира. Мы приняли решение для наших абонентов поднять скорость интернета до максимально возможной в рамках технической возможности. Мы открыли доступ для абонентов цифрового телевидения Ростелекома и сервиса Wing к большому количеству видеофильмов, сериалов и другого видеоконтента. Для наших абонентов стационарной связи мы обеспечили безлимитные звонки на мобильные телефоны Ростелеком и Теле2. Для учащихся, вынужденных дистанционно обучаться в текущих условиях, мы открыли доступ к современной цифровой образовательной платформе Ростелеком Лицей на специальных условиях. Находимся на карантине. Мы посмотрели Wing, все российские блокбастеры пока что. Мы параллельно с мужем работаем удаленно. Все мои домочадцы, кто-то с планшетов, кто-то с ноутбуков, выходит в интернет. Интернета хватает на всех. Скорость хорошая.